После посещения горы Мамзышка мы направились в Псху. Это самое высокогорное село Абхазии. Расположено в верховье реки Бзыби, в глубокой котловине на высоте 760 метров над уровнем моря. Поднимаемся к перевалу Анчхо. Высота перевала 2030 метров. Ну вот и перевалили контрольную отметку. Теперь часа полтора будем спускаться в долину. Все время вниз. Погода стояла отличная, 30-35 градусов, дождей не было, так что все броды проходились на ура.
Перед въездом в Псху стоят погранцы, записали паспортные данные и пожелали счастливого пути. Ну вот, собственно, и Псху. Пора подумать о ночлеге. Поехали к реке Бзыбь искать место для ночевки. Что-то нам это место не очень понравилось, хотя ребята и предлагали остаться. Какой-то военно-полевой лагерь. Поехали дальше. Во, самое то. Бивак, кострище, прямо на берегу. Все, стоим здесь. Сильное течение. Кирилла чуть не унесло, чуть не промахнулся мимо камня.
и заплыв на месте. Не плывет все. Ну вот, и ужин почти готов. Пробуем букет Абхазии. Вечерело. Утром встали пораньше и рванули на перевал. Хорошо, что выехали пораньше, а так бы всю дорогу кипели, так как у нас один вентилятор системы охлаждения сгорел. Electrifying me, and eyes wide open. I'm
следующей серии Рица, Юбшарское ущелье, Гекский водопад.